Лаунин, Бывальцев. И вот в центр бросок и гол. Бросок и гол. Это Якуб Ержавик, защитник Витязя. Вот они катались там в районе синей линии. В итоге Ержавик приехал на пятак, получил передачу и забил. Бросок от синий гол. Бросал Якуб Ержабик. И у Витязя очень хороший шанс. Варфоломеев по правому борту. Передача в центр. 1-0. Великолепная реализация первого же момента. Обратите внимание, Якуб Ержабик. Постоянная смена мест идет у хоккеистов Витязя. И добивание, шайба в воротах. Вот так вот. Удалось расставиться игрокам Витязя. Бросок, гол! Якуб Ержабик заряжал от синей линии. И эта шайба изменила свою траекторию. Очень тяжелый момент для Федотова. Ержабик оставляет Макееву. Бросок в ворота, добивание, гол! Якуб Ержабик выводит Витязь вперед. 2-1.